Улица 8 марта, 19 дом. Аккуратно ухожен и с особым статусом. Детский дом семейного типа. Под надежным крылом родители-воспитатели супругов Галины Филипповой и Валерия Авдюнина 5 мальчишек и 3 девчонки. Практически в полном составе ребята вышли встречать гостей. Накануне нового учебного года это уже традиция. Подарки тематические. Рюкзаки и канцтовары. В этом году инициативу проявили сотрудники военного комиссариата. Лица военного комиссариата также в курсе и смотрят за новостями, которые у нас происходят в республике, и знают о том, что проводится областная благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». Ну и наш актив вышел с предложением о том, что давайте соберем кому-нибудь рюкзаки, чтобы помочь детям подготовиться к новому учебному году. В дальнейшем совместно с отделом образования провели мониторинг и определились, кому мы вручим эти рюкзаки. Ну и, соответственно, сегодня Галине Николаевне, которая воспитывает 7 детей, вот мы и вручили сегодня рюкзаки, чтобы дети пошли уже с готовыми рюкзаками в школу и там набирались знаний. Выбор комиссариата на эту семью не случайен. Старший мальчишка поступил в Минское Суворовское военное училище. Его пример вдохновляет и младших. Кстати, все дети дружат со спортом, при этом в ладах и с учебой. Пообещали, что в новых рюкзаках домой будут приносить только хорошие оценки. И уже через пару минут после вручения с интересом, любопытством и детской непосредственностью изучали содержимое рюкзаков. Очень понравился этот рюкзак с подарками, со всем содержимым. Меня зовут Слава, я перехожу в 5 класс, и мне понравились эти рюкзаки. А после чаепития, за чашкой ароматного чая, легкая беседа о предстоящей школе, о делах семейных и, конечно же, благодарности за помощь. Накануне нового школьного года нам очень приятно, что нам помогает государство, а еще больше наши детки любят встречать гостей, получать подарки. Нам очень приятно, мы гордимся, конечно, такими гостями. Спасибо вам большое. Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Музырь».